А теперь время анонсов. Как всегда, по пятницам Ирина Кистерова подготовила обзор развлекательных мероприятий на грядущие выходные. Чем себя занять с пользой для души и тела, узнаете из афиши. Веселым хороводом праздник славится, поет, хохочет весь честной народ. Весну венчает масленица, прощай зима, до встречи через год. В эти выходные не пропустите проводы русской зимы, напеките блинов и сожгите чучело. Массовые гуляния взятия снежного городка ждут тюменцев на озере Круглое. А вот на базе отдыха Пруд Лесной пройдет целый парад из самодельных чучел. Уличные забавы и хороводы заведут на площади у ДК «Водник». Кулачными боями и сражениями на бревне позабавят на Верхнем Бару. Всех гостей праздника ждут горячие блины, чай и уха. А вот табаляки гуляниями не ограничатся и пойдут на рекорд. Так, 100 активистов намерены совершить одновременный прыжок в мешке. Возможно, это событие даже попадет в Книгу рекордов России. Поэтому не пропустите. Акция пройдет в ландшафтном парке Кремля. 7 раз отмерь, 8-й раз испеки. Жители Елуторовска вновь попытаются испечь самый большой блин. До этого все попытки выходили комом. Но в эту масленицу елуторовчане уверены, все обязательно получится. За блин диаметром в 3 метра возьмутся в это воскресенье. На этот раз в сковородку внесли конструкторские изменения. Так что проблем возникнуть не должно. Кстати, помочь сможет каждый. Организатор обещает выдать гостям фартуки, колпаки и лопатки для приготовления. Без кокошника девица не считается царицей, а красавица лишь та, что пошьет его сама. Народную пословицу решили проверить в Ишиме. На конкурс поделок прислали 250 кокошников. Лучших мастеров определят в этот уикенд. Игровая программа и призы ждут участников в это воскресенье на финале конкурса «Сказка в ладошках». В городе он проводится уже 3-й год подряд. В этот раз ребята представят не только кокошники, а еще малахитовые шкатулки и каменные цветы. Не берись за аккордеон, коль не по силам тебе он. Кто лучше справляется с тяжелым инструментом? Жителям Заводоуковска расскажет музыкальная группа «Тет-а-тет». Пара аккордеонистов из Екатеринбурга – выпускники Уральской консерватории. Александр Иванов играет в ансамбле «Феникс», а Надежда Тимофеева даже выступала в дуэте с 6-кратным обладателем премии Грэмми Полом Уинтером. На этом у меня все. И помните, чтобы выходные не пролетели как одно мгновение. Проведите их по-весеннему ярко и интересно. Ирина Кистерева, Дмитрий Бурматов, Сибинформбюро.